Вновь универсальный спорткомплекс Подмосковья собрал в одном месте и в одно время любителей спорта. Ежегодные соревнования по бегу «Космическая верста», которые проводятся в память о Юрии Гагарине уже более 20 лет, возможность показать себя, свои способности и проявить командный дух школьникам городского округа. Это все-таки объединяет, дружат и находят новых друзей, потому что все равно они здесь приезжают с разных школ, где-то заобщались, потом они начинают дружить, общаться. И также для здоровья это полезно. На старт! Ура! Первыми на старт соревнований вышли ученики лицея номер 14, который носит имя Юрия Гагарина. Ребята признались, выйти на дистанцию первыми – почетная миссия. Кроме того, школьники убеждены, что спорт приносит только пользу. Становишься лучше, чем некоторые. Почему вы решили принять участие в этих соревнованиях? Ну, себя проверить, как ты сможешь пробежать этот этап, открыть тем более его. Это полезно для здоровья человека. Ну, думаю, все. Это самое полезно. Побегать и попробовать в себя. Всего на космическую версту приехали команды учеников из 25 школ округа. Это порядка 400 человек. Ребята помладше, ученики 7 и 8 классов, пробежали дистанцию 400 метров, а команды 10-классников и выпускников – 800. Важно то, что не сколько личный результат, сколько командный покажет, кому достанется место на пьедестале. Однако каждый из участников соревнований – важное звено, потому ребята старались выложиться на все 100 и поддерживали друг друга. Кто победил, узнаем после подсчета результата. Самое главное, в этот день школьников объединил спорт. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.